Привет, меня зовут Софа, и это мой пятый день в лагере. У нас просто ужасная гроза. Говорят, соседние города затопило, но мы, благо, живем на горе. Сами видите, что происходит. Ой, надо купальник-то свой снять. В принципе, день проходит, как и вчера, или позавчера. Не помню, когда это началось. Мы просто сидим в номере, ну, выходим, понятное дело, за пределы территории гостиницы, никуда мы не идем, ни в магазин, ни на море. Вот. Кстати, очень странно, что мы не ходим на море, но у нас продолжают люди чем-то там отравляться, им плохо, потом хорошо, ну, в общем, как обычно. Хотя мы на море не ходим, ничего не покупаем. Вот. Ладно, сейчас будет ужин. Вообще не хочу никуда идти. Короче, мне девочка показала одну собаку. Немножко бомжиху. Вот она. Беспризорная.